Да блять, как оно открывается-то. Всем привет, с вами JS. Продолжим холод. Постоянно хочется сказать холод, но это холод, а не холод. Ну вы поняли, в общем. Вот я купил себе адреналин раш. А силу природы. Я, безусловно, сейчас пройду второй акт. И эта игра перестанет искажать мой голос так ужасно. Надо почему-то сразу запускается, кстати, в окне. И приходится успеть ее быстро разворачивать. Но сейчас она что-то очень сильно задумалась. Я уже боюсь прерывать запись, потому что я в прошлом летсплее прервал запись, и потом она, сука, переделала, смиксовала мой голос в каком-то умственно отсталом формате. Ну, в принципе, мало что изменилось, но все же это было забавно внезапно. Ты издеваешься, да? Ты с каждым разом хочешь, чтобы ты дольше грузился или что? Ну, как бы процессор показывает, что он думает. Хорошо. Но в тот раз же был быстрее. О! И вот сейчас она делается на полный экран. Но вы этого не видите, но это очень страшно на самом деле. Так. Давайте без лишних слов продолжим, потому что загрузки здесь такие достаточно весомые, так скажем. Ну, для этого движка это неудивительно. Я помню, как у меня в свое время грузился Daylight. Особенно ближе к концу. А... Да, там тоже были такие знатные тупники минут по 5. Поэтому мой ноутбук не любит этот движок, определенно. Ну, как я понимаю, здесь, если эти акты и есть, то они не настолько затянуты, потому что прошлый акт, он был просто, мы пробежали зимний уровень. Я думаю, акт 2 будет то, что мы пробежим ночной зимний уровень. Ну, не знаю, может быть, будет что-то интересное. Почему опять микрофон? Уйди от моего рта, сука. Так, я не знаю, что еще придумать. Но теперь я боюсь прерываться во время летсплея. Потому что до того, как я вчера не прерывался, у меня был нормальный голос. Потом, сука, что она сделала с моим голосом, почти до конца видео, просто... Не знаю, я угорал, как идиот. Не знаю, как вы. Что ты можешь такое грузить, я не знаю, деревья там, блин. Там же сейчас ночь, там даже нет пурги. Ты уже 2 минуты меня заставляешь ждать. Я не знаю, что еще рассказать. Так. Да вроде ничего такого особо не выходило. Важного для меня в последнее время. Так. Я не знаю, что мне делать. Вообще, она достаточно, кажется, по продолжительности не такая уж и маленькая, как я думал. Потому что я посмотрел просто тайминг прохождения ее на ютубе у различных людей. Там у некоторых уже по 5 частей, по 6, причем каждая часть минут по 20. Я не знаю, как можно было запихнуть в такой размер что-либо такое. Ну хотя, в принципе, если тут открытое пространство, можно тупить полчаса, как я люблю делать. Это да. Вообще, она реально издевается. Уже 4 минута скоро пойдет, она все еще грузится. Это, не знаю, половина игрового времени у меня уходит на загрузки, можно сказать. 2 загрузки, 10 минут, нормально что. Что еще такого бы рассказать? Ну, в планах у меня пока что только Dark Dreams Don't Die, если он когда-нибудь выйдет с сабами. И то я тоже сомневаюсь, что там будет у меня нормальный TS, и она тоже на 4-м Unreal, это, в общем-то, плачевно. Кто не знает, кстати, Dark Dreams Don't Die, это игра от создателя Deadly Premonition. Да, японская игра, такая достаточно черного юмора содержанию, такая наркоманская, ну, в общем, если вы играли в Deadly Premonition, вы понимаете, о чем я. Но в то же время и шедеврально по-своему. Такие существуют недооцененные проекты. И в Японии их достаточно много. Ну, некоторые просачиваются и дальше. Но не всегда. Блять, серьезно, даже 5-ю минуту. Я даже сейчас прервусь, потому что же никуда не годится. Ага, давайте, пиздец. Это все-таки свершилось. Я сейчас очень хочу, чтобы у меня был нормальный голос, пожалуйста. Без всякого вот это. Ну вы поняли. Вот. Так, ладно. Как я понял, ну. А где мои красные следы? Так нечестно, меня наебали опять, да?
Зато я знаю, что мы делали, до сих пор даже помню управление, что X это фонарик, блядь, Y это карт. Окей. А, масштабирование карты. Что, блядь? Вот это вот серьезно? Мне нужно прийти... Стоп, что? Что? Что это? Это мой костер? Или нет? Нет, у меня нет костра. Короче, я пойду на ту красную херню, и в рот я вас ебал с этой карты вообще. Здесь был какой-то белый чувак. Ну, прыгать я не умею, можно я буду скатываться там, например? Это мечом то есть отсюда паду? Ну ничего, отлично. Я думаю, что я дойду туда как-то так. Ну, ну знаете, мой способ общения с картами. Будем либо... Чё? Что? Что это такое? Что это? Это есть этот костер? А если я то наступлю, будет что-нибудь плохое? Ух ты! О! А где мои субтитры? А, где же по-русски написано? Короче, краткое содержание. Он приехал в Вижа 19 февраля. Спасательный отряд искать, только 26-го обнаружил палатку. А потом нашли метеорит. Отстань. Но я здесь успел прочитать самому. Что? Что? Здесь летают камешки? Камешки летают! Я не хочу летать! Что? Вот такой... Что? Ах, что? Эй, вот это совсем был сейчас не по Христе. Чувак, чувак, я с тобой, стой. Чувак, я тебя обгоню, да ты не понимаешь. Я спринтер, смотри. Что это, блядь? Он быстро выдыхается, я плохой спринтер, видимо. Да, это было красиво. Но я хочу за чуваком. Чувак, я знаю, что ты догонишь его. Я не знаю, что у меня... Где моя красная штука? Где красный маяк? Фига себе, я убежал. Короче, я предлагаю пойти за чуваком. Или нет? Было бы странно доверять каким-то светящимся чувакам, но... Ну, вроде как бы не выглядел злым там, или что-то типа такого. Или как ебака с менюшки он не выглядел. Я пойду, по-моему, вверх, потому что красная фигня была где-то там наверху. Поэтому... Сейчас, подождите, все, вспомнил. Сейчас... Вообще, журнал-то, отчет, ничего. Это в дневник записал или в журнал? Да иди ты, не надо мне опять читать, подожди. Я просто пытаюсь как бы найти задание. Может быть, все-таки там было в конце задания, сейчас я прочитаю, то я могу так делать. Нет, это просто заметки. Да. Я пойду сюда, не знаю. Ну, в принципе, не так уж плохо оно мне сейчас идет. Главное, чтобы я до сих пор не заикался. Хотя, если я буду заикаться, я, в принципе, только за... Потому что такой микс моего голоса мне понравился. Он просто идеально подходит для летсплеев. А, что-то пошло не так. Хорошо. Я, конечно, понимаю, что лучше бы найти был карту. Что? О. А как я мог найти эту страницу? Хорошо. Загадочные огни над космодромом свободны. В ночь 4-5 июля замечено качество. Здесь что, тоже все искать в инопланетянство? Блять, у меня сигарета упала, я не вижу. Какого хрена я мог бы сгореть сейчас? Вместо этих ваших красных огней. Ненавижу. Когда я играю и курю, у меня сигарет постоянно сгорает, еще какая-то хуйня происходит. В общем, НЛО. Я понял, к чему вы клоните, ребят. Но я не согласен на такой поворот сюжет, не надо. Где была эта красная фигня, серьезно? Самое интересное, мне нужно сегодня как бы так пройти, чтобы меня сохранили. И, по-моему, что-то я делаю не так. Ладно, самое время посмотреть карту. Это что такое? Это что? Что я здесь нашел? Какой-то костер? Где я вообще? Мне интересно, где я? Это я вообще вот здесь? Можно какие-нибудь флажки ставить там, нет? О, как все сложно. По-моему. Какая-то... Опустить... Можно, короче, вот так ходить с компасом. Да вы издеваетесь, какой у меня компас, а? Вы думаете, что я могу... А как она там оказалась? Смотрите, она теперь там. Так и было или нет? Я же побежал за этим белым чуваком в обратную сторону. Ну... Окей. Может быть, вообще туда не надо. Хорошо, пойдемте сюда. Что ты творишь? Ладно. Зачем ты ее включил, серьезно?
Я пришел к своему. Меня опять сохранили, что? Ну ладно, это даже. Это уже другая палатка, стоп. Да нет, это моя палатка. Я могу опять туда пойти? Что будет, если опять пойду в палатку? Это клево, несомненно. Ну куда еще можно было бы сходить? Так. Ну ладно, я постараюсь еще куда-то прийти. Попробую пойти в эту красную фигню. Что? А, это где-то у соседей что-то бумкнуло, господи, серьезно. Ну, вроде пока голос мой не искажается, я просто сейчас сворачиваю игру, послушаю, вообще как там что записался, я уже опасаюсь за себя. Да что там мне теперь тут такую таинственную музыку делаешь? Хорошо, я понял, белые чуваки только пытаются меня запутать, поэтому к черту их. Я пойду туда. Да, что он только как он очень быстро бегает на таком пространстве, это... Туда как бы можно идти, я думаю, туда можно подняться, потому что там мне что-то не понравилось как-то. Ты будешь бежать, блядь. Да, тут очень красиво, такая луна, да, но я понимаю, нужно что-то делать. У меня достаточно ограниченное. Что с ним происходит? Почему мне иногда кажется, что становится каким-то серым, меня это пугает. Вообще не знаю, можно же здесь умереть, честно, не проверял. Но думаю, что возможно. Там какая-то пещера, что ли? Не надо вот фризы сейчас делать после тех фризов в первом летсплее. Я был с голосом Дауна, не надо. Возможно, я уже опять сейчас с голосом Дауна, но... Это будет забавно. Да ёб твою мать. Там какой-то вон... О! Нормально вообще? Это типа подгрузка локации, это как у меня... Очень немощный ноутбук, он меня подгружает, я думаю, а может и нет. Ну хотя бы сохранить меня, что ли? Вообще хотел бы сегодня все-таки пройти это так 2. Ладно, будем идти просто, я не думаю, здесь такая уж... Если будет серьезно запутанная локация, мне кажется, просто для вида такую карту сделаю, чтобы типа ты посмотрел, нихуя себе, у меня свобода выбора, на самом деле хрен. Может какой-нибудь Бигфут? Я думаю, что собирать эти записки, конечно, очень интересно, но и задача с этим не буду. Вот, я иду правильно. Когда он так говорит, значит, я иду правильно. Да? Да? Я думаю, нам нужно туда. Раз он начал говорить, нам нужно какую-то блядскую пещеру. Я очень рад за тебя. А вот, мы, кажется, будем подниматься сейчас наверх. Да? Или опять куда-нибудь провалимся? Только не говорит, что я опять буду идти посреди этой белой фигни. Вот, не надо так. Не хочу идти посреди белой фигни. Кажется, я иду вверх, куда мне и нужно. На эту красную вышку. Что? Вот, здесь тоже на луне я вижу... А, вон оно, куда надо. А, стоп. По-моему, я что-то делаю не так. Ну, короче, не знаю, я иду вверх. Может быть, как-то я там обойду. Но раз он начал что-то говорить, значит, я делаю все правильно. Может быть, сейчас я пойду налево и там еще обойду. Что-то как-то резко потемнело. Наверное, это так и надо. Я думаю, вот. На луне похоже на черта лица. Я всегда в детстве, когда смотрел на луну, видел там лицо. И здесь то же самое. Вот, не знаю, видите ли вы лицо? Да, блядь, твою мать. Сейчас, вот. Я вижу там ебаное страшное лицо. Да, по-моему, это нормально. Типа черепа что-то. Ну, я всегда так ее видел. Так что, если даже автор в игре нарочно так сделали, то я их понимаю. Твою мать, что происходит? Так стемнело ли? Как-то гамма какая-то странная здесь. Она то светлая, то темная. Я не понимаю, что вот это меняется. Какие-то странные звуки, ну хорошо. Сюда-то, наверное, нельзя. Нет, нельзя. Кто-нибудь там меня напугает. Что? Нет, показалось. Что-то какая-то бумажка гремит. Я не понимаю, где и что. Что ты мне гремишь? Короче, я иду сюда. Вот там какое-то офигительное культовое строение. Да, и музыка даже. О, привет, чувак, ты меня типа ведешь, да? Ты... Ну, наверное, ты меня ведешь. Я думаю, ты не выглядишь злым и плохим. Поэтому... Поэтому, может быть, меня сохранить на сегодня, а? Я хочу успеть в акт 2 на сегодня. И... Нет, что туда как-то стрёмно, какой-то туман. Или так и надо. Где это моё... Куда она делась? А, ну хорошо. Тогда сюда.
Что-то куда-то пурга наш кончилась, и мне это не нравится совершенно. О, тут что-то еще летает вверху. Что? Это... А? Окей. О, красные следы, нужно идти за ним. Привет, чувак. Ты хороший или ты... Я думаю, что ты хороший, поэтому я не знаю, что это было. Чё? Ты хороший! Что? Эй! Прям вот так вот все? Это есть ебака? Нет, серьезно? Откуда меня загрузит? Опять загрузка? Не надо так. Ну, это типа страшно. Нет, они серьезно думают, что это страшно на открытом пространстве. Ночью, когда луна офигенно светит, без всяких скримеров, это может кого-то напугать. Нет, загрузки я не буду ждать, поэтому я сейчас загружусь. Покажу, откуда меня загрузили, и если куда-нибудь приду, то включусь. По-моему, здесь охренеть однотипный белый снежный ночной пейзаж уже никого не впечатляет. Давайте. В общем, меня загрузили сначала. Довольно-таки предсказуемо. Сейчас только проверю, вот... Мне важен тот момент, что меня загрузили отсюда, когда уже эта хуйня была разрушена. Ну, то есть камни вот эти вот поднялись там, ну вы поняли. Или нет? Чё? Чё? Я застрял. Это была? Сейчас я добегу туда. Я, в принципе, понимаю, что мне, наверное, нужно добежать до красной штуки. А остальные всякие фигни там могут валяться. Всякие страницы дневника. Сейчас мне интересно, или это опять сейчас будет такая охуительная фигня. Если я нажму на... А, нет, меня все-таки сохранили как бы вот так вот аж с этим. Ну, в общем, если я туда дойду, либо что-то найду, какую-либо страницу, то я включусь. Надеюсь, мы еще увидимся. Да-да. В общем, в этот раз я решил пойти не туда, а вот сюда, какую-то офигительную пещеру. Я думаю, здесь будет прикольнее, потому что снег меня уже заебал. Но пещера, она, видимо, не такая большая, как я думаю. Но все же, как мы выйдем вот здесь. Я думаю, что... Нам советуют использовать карты, чтобы найти более короткий маршрут. Но я не знаю, мне в этой битве... Я уже теперь тоже ненавижу зимние уровни, блядь, потому что это пиздец. Это очень затрудняет мою ориентацию, которая в пространстве. Ну вообще, что? Теперь, может быть, я не встречу ебака, или он какой-то рандомный, или все-таки он скриптовый. О, мне нравится вот та гора, которая желтенькая такая. А, и куда я, блядь, пришел? Сюда можно спуститься как-то? Нихуя не понимаю, где тропинка, блядь, где не тропинка. Короче, пойду... Тихо. Куда я, блядь, залез? Чем ты сюда залез? Вообще, может как-то? Что, блядь? Я хочу туда. Ну, куда? Там что-то опять хрустит. Не знаю, если упадует, будет нормально или нет? Ой, кажется, сейчас мы проверим это. Что, все? Ну, в общем, вы поняли. Короче, сейчас я теперь точно куда-нибудь приду. Совсем куда-нибудь, совсем-совсем в клевое место, я включусь. Что это просто вас дальше не может. А, хреново из меня выживальщик. Ну, это да. Ага. Если вы сейчас слушали... Нет, вы его не слушали, потому что я поздновато включил. В общем, решил наплевать и пойти вообще в какую-то другую сторону. Там выл какая-то хуйня. Надеюсь, это просто фоновый звук, и волков здесь нет. Ведь правда? Еще одна охуительная пещера. Чё? Тук-тук. Здесь должно быть определенно клёво. Вот настолько клёво, что... Почему у меня все делается серым? Мне это не нравится. Что? О! Водича! Нам что-то есть, наверное. А. Почему я... Что? Что? Стоп. Вот, теперь вы тоже слышите этот забавный такой звук. Я не понимаю, что происходит, почему не могу подняться. А могу подняться? А дальше? Чё, хоть сказать, я дальше не могу... Да что, блядь, происходит? Не могу подняться? Ну как-то, может быть, прыгает? Вообще никак не прыгаешь, нет? Но я хочу подняться же! Чё там тогда за водича? Да хватит выть, меня не напугаете, господи. В этой игре нельзя испугаться. Можно испугаться моего блядского телефона. Да блин, отстаньте. Чё-то нельзя, реально нельзя подняться? Вообще никак? Сюда ты поднимаешься, я хочу вот туда. Блядь.
В общем, это была плохая идея. Ну такая охуительная пещера, подождите. Ну почему же нет-то, когда да? Ну прям вот так вот берешь и... Видите это? Все так темно становится. Типа там писалось в советах, что фонарик можно, может спасти вам жизнь, но не стоит светить им куда попал. Короче, ладно. Я понял, что это плохая... Ну смотри, сейчас будет так опять темно. Что это происходит? Нахуя делал туда проход? Так-то он не может зайти на ступеньку. Вы, блядь, издеваетесь надо мной? И вот тут так делать охуительно резко. Блин, это прикольно. Может быть, как тут на А? Ну, чё? Увидеть там? Может, ты всё-таки можешь? Что? А, спасибо за компас, но нет. Так ладно, тоже была плохая идея. Короче, если теперь я точно куда-нибудь приду, то я врублюсь. Да. Блять, очень продуктивный летсплей, охуеть. Я нашел. Какой нахуе, когда. А еще одну хуйню. Это мне. И меня сохраняет, что самое интересное, когда я их нахожу. Это, в общем-то, радует, что 72-летняя Аннушка раздала молоко. В смысле, масло. А, и вот. Ну. Я врублюсь. Я не знаю, куда я пришел. Я просто шел куда-то вообще в абсолютно рандомную сторону в этот раз. Поэтому, если что, то я включусь. Да-да. Я нашел пещеру. И что же здесь такое? Здесь координаты. А их можно смотреть? Может быть, ты их запишешь? 69 на север, 71 на... East, west, east. На восток? И может, ты их напишешь? Что? Ты даже если, блядь, я... Что, он что-то пометил? Что это? Это где я нахожу записки? 69N, 71E. Хорошо, я даже попробую стать, блядь, картографом. А, 69. Блядь, это сложно. Я опять забыл, что там было. Опусти ее. 69N, 71E. Хорошо, давайте попробуем найти 69E. О, господи, это очень сложно. Я даже не понимаю еще, где я. Может быть, есть какие-нибудь условные обозначения? Легенды, карты, нет? 69N. 69N. 69. Ты прям меня закрываешь на масштаб 71Е. 56. А. Здесь? И что здесь? Это вообще, по-моему, где-то за пределы моего разума. Ну, допустим, я запомню, что она вот здесь внизу, короче, где названием масштабированной карты, это мне определенно поможет. Охуеть. И это все? Это есть конец пещеры? Блядь. Вы серьезно издеваетесь надо мной? Чё? Что? Чё сейчас было? Чё за хуйня? Чё за дух? Дух тут был? Хуйня... Какое? А, кстати, сегодня этот умер граф Дуку. Ну, Кристофер Ли, вы поняли. Который ещё этот, Сарумян. Вот, печалька. Хотя, в принципе, я его никогда не любил. В общем, с этой печалькой... Хрен, я даже пробегу сюда, я не понимаю вообще, куда я опять пришел. Он еще, блядь, побежит 20 метров и задыхается. Еще какая-то охуительная пещера. В этот раз я убежал вообще в другую сторону, но мне даже не говорил там, что типа, ты тоже сходишь с ума, там, бла-бла-бла. И ебак, соответственно, тоже больше не видел, поэтому у меня складывается впечатление, что... Что там что-то постоянно скрипит, мне это уже за... Что? Еще одна записка. Отлично, хорошо. А потом они потрахались, я понял. Блядь, как не бывает эта фигня, потому что... Да, блядь, о! Что-то, короче, тьма сгущается над миром, я не понимаю, что происходит. О! Да вот, вот куда нам нужно, наверное. Там что-то светится, это сто пудов клевое место. Да. Что-то мне стрёмно как-то. Да нет, на самом деле, без фонаря буду ходить, потому что я думаю, что спринт между деревьями, он всегда спасает. Короче, я сейчас попытаюсь дойти. Что? А! Что? Что, блядь? Что? Что это было? Это колье. Блядь, господи, это было вай. В общем, вы поняли. Давайте. В общем, я понял, короче, я сейчас еще раз прово... Что? Что, блядь? Она ходит там! Да вы офигели такую хуйню разглядывать, блядь, она сливается с темнотой. Вон она ходит. Эй. Я только придумал, что нужно идти по травише, чтобы не провалиться. Сука, и ты меня бесишь. Уйди оттуда. Не ходи за мной тут.
Это ее кра... А почему она не проваривается? Провались туда. Ну и что ты там стоишь? Материализуешь. Охуеть. Ну что за фигня сегодня? Я думаю, здесь нельзя умереть вообще. Короче, я попробую пройти по травише. Кажется, там типа как лед, и ты наступаешь на лед и провалишься в коле. Я думаю, что травиш как бы ограждает это льда. В принципе, это совершенно нелогично, но я все-таки попробую. Если, короче, я сейчас туда пройду куда-нибудь, как светящейся хуйне, то, возможно, я включусь. Угу. Какая-то движуха, короче, началась. Я не знаю, что происходит. Но я постараюсь побежать, чтобы... Что? Это какой-то клевый дом. Можно здесь нажать А? Ну нажмите А, чтобы было. Нет? Чё, это все? Ну ладно, я постараюсь как-то туда попасть. Может быть. Это везде такой за. Да блять, как это за. Что? И чё мне это дает? Я хочу туда. Как туда можно залезть? Можешь как-то залезть? А! Что? Что происходит? Кто стреляет молниями? Кто воет? Я застрял? Мурашки идут, да, но я хочу в дом в этот. Да что такое-то происходит-то вообще? Можно как-то попасть? Или нет? Может быть вот так как-то? Я сейчас психану и выключу, а серьезно? Чё? Ебаку, блядь, не видно. В дом попасть нельзя. Можно! Я хочу туда. Может быть, это и есть акт... Два... Кто там шепчет меня? Перестаньте. Куда я попал? Помню, я что-то делаю не так. То есть туда вообще нельзя попасть? Да кто там шипит? Мало того, что... Что? Чё мне музыку включили? И чё толк-то? Привет! Блядские елки! Они мешают мне ориентироваться на местности. Я хочу сюда. Не знаю, что я делаю. Куда-то вверх, блядь, выше и вы. Ты чё вообще беги? Я не знаю, что я делаю. Но мне нравится, что я иду вверх. Вверху как-то, наверное, спокойнее. Или нет? Куда я, блядь, пришел? Это вообще нормально? Ладно, и что? Я не понимаю, куда вообще идти изначально уже было. Мне кажется, в красную фигню, но... Чё-то того, что я каким-то чудом проебал вообще, куда-то я пошел. Абсолютно. Ну, здесь я уже был. Нет. О, тотем. О, сохраните меня здесь, пожалуйста. Северок, закрытый город в Томской области Российской Федерации. Бла-бла-бла, штаб-квартира Новоследовского НИИ. О, мне хоть куда, блядь... Еще один тотем. Возможно, я... А, подожди, так мы обошли, что ли? Тотем. А тут есть что? Нет. И что? Много тотемов. Помню, я научился пользоваться картой, то есть она показывает, что я вот здесь. Ага. То есть, значит, мы же, по-моему, идем правильно. Возможно, сейчас куда-то приду. И на сегодня, может быть, хватит. Я точно иду правильно или нет? Ебака тупорылая и совершенно особо не пугает. Ну, она потому что она показывается, она видно ее красные следы. Я иду правильно или нет? Ну, вроде как-то, если это то, что я думаю, то я иду правильно. Или это то, откуда я начал. Не говорит только, что это то, откуда я начал. Или вот этот... Что? Где я? Что происходит? Да? Я молодец? Опять все потемнело. Я вообще приближаюсь куда-то, или все-таки это наебало какой-то? Ну, вроде как тогда вот тут стал... Почему, блядь, так все резко темнеет? Это когда я вхожу в владение этой хуйни, или что, блядь, происходит? Давайте сейчас вот без всяких эксцессов мы пройдем эту фигню. И... Ебаные шелестения... Костер, что ли? А, эти штуки, они так шумят, чтобы я типа понял, что они где-то рядом. У нас здесь сохранят хотя бы. Меня это уже радует, что когда я нахожу, меня сохраняют. Не ори мне так.
Да, Ханты-Манси, Ханты-Мансийский автономный огров, ну, огров, огров, округ, господи. Очень странный почерк, я не хочу тебя читать, серьезно, у меня такой почерк, болят глаза. Я куда-то пришел или что? Помню, я нихуя не приближаюсь. Что, блядь, нужно делать в этой игре? Хорошо, попробую пойти вот тут. Обожаю игры, блядь, с открытой местностью. Зимние. Это моя любимая теперь будет. Я просто не понимаю, то ли это когда я на карте, то ли это просто указатель так рандомно ставится на карту куда-то в середину. И чё? Может сюда теперь хотя бы? Сюда можно? Ну хорошо. Не думаю, что это хорошая идея. И сейчас опять буду там, я... Да, блядь, я вообще приближаюсь к какой-то хуйне или нет? Чё? Теперь не могу залезть обратно? Не шути так со мной. Что? Отлично, 72-64. 71-64, да это все в каких-то ебенях, серьезно, зачем мне пихаете? Сейчас... Охуеть, привет, чувак! Очень сложно тебя убегать, когда у меня все лагает, но я постараюсь. Ты вот так вот как-то сделать. Хорошо, пойдем туда. Так. Хорошо, что здесь? Эти офигительные подсказки с координатами на камнях очень мне помогают. Спасибо вам. Еще одну фигню нашел. Ну заебись. Это хуйня рандомная, насколько я понимаю. Здесь может быть тоже цель собрать, блять, 8 записок там или еще что-то типа того. Аномалии. Ну, надеюсь, вы не искаете свое инопланетянство. Потому что тогда будет совершенно не смешно. Я опять буду здесь. Сейчас я попробую, короче, кое-что сделать. Вот так, например. Короче, вот так. И закрыть карту. Блять, я сказал, закрыть карту. Закрой карту! И открыть карту. И я опять здесь. Ну, соответственно, да закрой ты ее. Я не знаю, что мне делать. Сюда куда-то можно? Чё это такое? Блять, я думаю, что деревья, какие-то здания, уже все плохо, блять. Хотя бы, по-моему, вот сюда куда-то идти. Можно вообще куда-нибудь прийти, а я не знаю. А, какие-то камешки. Что такое происходит? Не знаю, что это. Где оно? Я бегу, я не трогаю никого. Не трогаю я никого. Да не трогаю, ну что ты там чук-чук-чук-чук-чук-чук. Где ты? Я не знаю, я хочу... Я опять прибежал к этой херне железной. О, привет! Так я, блядь, на слендере вырос. Ты что мне хочешь? Ой, кажется... Да ебаные елки! Я не понимаю, что делать в этой игре. Еще одна попытка. Если я куда-нибудь точно приду, то я включусь. Да. Я нашел какой-то офигительный, короче, мост. И там какая-то есть штука. Только что ж что-то мигало здесь. Эй. Или мне показалось. Вот, я уверен, что это точно нам к чему-то приведет. Еще один. Ага, что здесь? Нож! Ну, ты не хочешь взять нож? Ну, нож же. Нож. И чё? Костер нашел. Отлично. Можно его разжечь теперь? То есть это было зря, да? Чё тут светится? Мои следы. Нож, костер. Мне говорили подсказ, что я могу перемещаться между лагерями. Ты даже не хочешь его зажигать. Чё мне это дает-то? О, дом! Офигеть, дом! Может я зайду туда? Какой-нибудь дом здесь еще можно зайти, блядь? И умереть. И на сегодня я больше не хочу, серьезно. Я страдаю. А, я нашел этот дом, который светится, да? Я не знаю, как это... Да куда ты меня ведешь, куда-то не туда? Подождите. Вот, по-моему, здесь можно зайти в дом. И, блядь, можно я умру прямо в нем, а? Там что-то свет... Да тихо ты! Там что-то... Я думаю, это ебак... А, это ты что? А-да-да-да-да-да. Что такое-то? Да можно я зайду здесь и умру? Да, блядь! Мыльный дом. Что ты здесь, какие-то постельные светящиеся лампы? Тоже ничего нельзя сделать? Хорошо. О, привет, чувак. Привет. Ты хороший ведь, да? И чё? Какая-то... Наконец-то! А, прям первое тело под ножи сосен...
Место под соснами, блядь, с Райаном Гослингом. Что вы, блядь, мне еще ходить? Большие образцы, обсудил с членами, возле деревьев вошел в лес. Это мне как-то указывает что-то, я не понимаю. Чё? Чё? Кто меня видит? Прятаться в шкаф. Прячься в шкаф. Все. Прячься, сказал! Я думаю, я сделал правильный выбор, да? И чё? Ну, мне должно быть страшно? Как его? Нет! Я нет здесь! Уйди от меня! Что, блядь, происходит? Следы его пропадайте, вы охуевшие. Как мне отсюда выйти теперь? Все? Окей, я практически испугался. Ты дурацкое радио. Схлопнись, блядь. Можно я теперь пойду через окно? Нет? Ну, я думаю, на этом будет эпизод... А это так, два... И все? Блядь, и что это? Ради этого я сюда шел? Можно как-то спрыгнуть. Я не знаю, что мне делать, серьезно. Я даже не умер. Чё у меня хотите? О, там еще какая-то записка, да твою-то мать. Ну хорошо, меня сохранят хотя бы, даже после этого. Аномалий не существует. Вы просто, блядь, не играете в сталкера, как все школьники. Поэтому для вас аномалий не существует. Но вообще не существует. Вот, блядь, что мне делать-то? Это серьезно, очень не моего типа игра, я понял это. Потому что... Я собрал уже, блядь, да ху... А хулиард этих записок? Может, мне все-таки было изначально нужно было пойти... все-таки к этой красной штуке? Еще что ли? Да вы замучишь своим север, блядь, восток. Я не понимаю вас. Что я там могу найти? Мне нужно выйти отсюда куда-то. Теперь я даже близко не знаю, где эта красная фигня, из которой была в начале. Где я должен разбивать лагеря, чтобы между ними телепортироваться, сохраняться, блядь? Что, вы серьезно так думаете, что я буду это делать? У меня есть резон теперь как-то выйти к началу. Как-то очень охуительно выйти к началу. Без понятия как. Что я сейчас даже... Ну, типа, здесь все хорошо, да. Короче, я понял, что в таких хренях... Ага, вот эти тотемы. Я даже как-то вышел опять к ним. Короче. Видите красную фигню? Что я думаю, что нам нужно... Красная фигня вообще была где-то в ебенях. Короче, если я что-нибудь найду, то я опять вернусь. Но пока мы даже охуительно все нашли... Но это было все зря. Ты что, белье слушаться? Ну ладно, давайте. Тут такое дело, они, короче, начали зажигаться. Я так, короче, вообще не при делах. Ну, короче, я бегу вперед. Может быть, я все-таки наконец нашел, куда мне идти. Это вообще нормально? Что ты делаешь? Ты что все поджег-то? Я не знаю, что происходит, честно, блядь. Но мне кажется, нам нужно идти именно сюда. И, по-моему, я сейчас пройду наконец. Да, вот. Смотри, я нашел скелет. Че я опять сделал не так? Вроде ничего там не ломается, не рушится. На, мне не предлагает нажать. Как это не странно. Ага. Предлагают. Очень долго не удавалось найти следов, цепочки сбивали с толку. Там прикрепленный журнал. Журнал принадлежал. Прикалываю журнал. Прикладываю. Нужно контролировать ход расследования, связанное с происшествиями. Таким образом. Все, я прошел. Нет? Все потухло? Нет, все зажглось. Ну, оно больше не горит. Тогда я пойду сюда. Ветер указывает мне направление, он дует прямо вот туда. И что, все? Опять какой-то блядский мост. Вы замуч... Воу, вот это было страшно на самом деле. Это все, конечно, отлично, но я до сих пор не понимаю... А, может быть, все-таки мне в той горе, которую светит, нужно идти, я постараюсь. Я знаю, где-то записки мига... Что, блядь, происходит с вами? Это гора... О, хорошо, я обернулся, хорошо, сохраните меня, пожалуйста.
Внимание, психопат на свободе. Посмотрим, что в московской психиатрической больнице, хотя мы находимся, блядь, в Ханты-Мансийске. Какого хрена? Не знаю, что они хотели. Но я понимаю, что это московский психиатрический больничный, он вот именно за мной бегает, наверное. Туда это горит, блядь, как пешком до Парижа. Как можно вообще здесь куда-то прийти? Может, я опять куда-нибудь провалюсь? Потому что я так и не понял. Я был вообще в деревне. Блядь, взял, провалил. Ага, ну я думаю, что я иду правильно, если такая хуйня. Пожалуйста, не упади. Пожалуйста, не упади. Пожалуйста, не упади. Ура. Я пришел, но я думаю, если такая фигня, то мы идем правильно. Несомненно. И думаю, что я сейчас наконец пройду эту хуйню. Но пожалуйста. А вот моя красная гора. Да, это все как напоминает уровень Слендер. Да чего вы замучите своим деревьям? Ну хорошо. Блять, вот только не упасть это будет. Хотя я недавно даже ходил записку. Такую, короче, записку. Отлично. Ну я понял, сейчас я пройду. Я уверен, что я это сделаю. И уверен, что у меня все хорошо записывается. Без всяких заиканий, пожалуйста, не нужно мне делать даунский го. Че? Стоп, что? Что вы делаете, блять? А, хватит. Не надо так, серьезно, это сейчас было страшно, потому что я подумал, что это аномалия или не прогрузились в текстуру. Ну, конечно же, не прогрузились в текстуру. Я нашел еще один костер. Вот в таких кострах можно сохраняться, да? Отлично. И можно как-то даже между ними телепортироваться. Короче, я хочу сюда. Я не понимаю, что он мне хочет показать на этой карточке, но все время на одном и том же месте. Ладно, похуй. Ты тихо, ты. И все, я здесь сохранился, я очень рад. Я думаю, что я дойду до хуни, и у меня будет... Или так вот это и есть весь мир, я не понимаю просто. Там потому что постоянно... Мне нужно куда-то именно прийти, и все вот это вот исследовать. Ну вот, на вышка. Нужно на нее забраться, и может быть это и есть конец игры, и все, да? Спасибо за охуительные подгрузки. Обожаю. Ура. Так, там какие-то развалы. Сейчас я исследую здесь вот, если это как бы считается подзоной. Но здесь, как бы, я думаю, подзоны считаются все-таки актами. Актами, блядь, сука. Фрейда на вас нет. Акт 1, акт 2. Сдохнуть уже все. И как мне туда залезть-то? Чё? Чё? Надо вот так вот затемнять. Я тебя ненавижу. Чё такое-то? Что вы делаете? Все очень плохо, да? Здесь что-то... Что? А, я все думал, что это ебака. Так, ну тут оградили охуительно невидимой стеной. Ладно. Тогда я пойду сюда. Если это вообще возможно. Я понимаю, что ты устал. Мой компьютер устал. Туда, типа, сюда нельзя, что ли, да? А как мне на нее залезть тогда? Значит, я что-то недопонял, походу. Вот она вышка. Что? Где вышка? А, вон она вышка, да. Ёбаная пурга, она меня сбивает абсолютно с толку. И чё надо делать-то? Ну и чё надо делать-то? Я слышу опять какие-то эти... Записки там, да. Но из-за того, что у меня все очень плохо... А, вот! По-моему, здесь можно пройти. Или нет? Нет! Тогда я абсолютно не понимаю, что делать, серьезно. Туда я пришел. Стоп. Короче, сейчас что-нибудь найду, то я врублюсь. Если нет, то на сегодня завершимся. Ага, потому что там у меня сейчас комп умрет, блядь. Короче, я понял, как обойти эту фигню. Да, там была дыра в заборе. Этот чувак меня ждет опять. Хорошо, может быть, я найду какой-нибудь бункер. Сейчас прочитаю, что меня здесь сохранит, что не пришлось мучиться. Я опять очень долго проебывался, там искал, сука, вход. И что же это? Показания доктора Григория Атановича. По аномалии. Может, Анатольевич нужен был, но не знаю. Мы никогда такого не видели раньше. Активность зашкаливала. Поэтому мы создали секцию 22. Очень содержательно. Хорошо, я думаю, что вот, может быть, сейчас я пройду вот в эту хуйню. Это типа бункера. И это будет акт 2. Да? Во, заебись. Обожаю такое. Даже бегом, блядь, побегу. Это вода? Вы как мне хотите вообще делать акт 2 или нет? Вот здесь был бы охуительно вот этот ебак встретить. Меня закрыли, это так в фильме было, да, я помню, там только... Ой, да ладно вам, все ведь хорошо, нормально же общались! Что? Я погиб! Нет, знаете, ну вас, ребят, все, главное меню, сейчас загрузка пройдет, и я потом вернусь. Я вроде как бы бежал, и нужно будет так охуительно бежать, чтобы успеть дверь за ним закрыть. Я подумал, что все уже, но я думаю, что... Акт
три не за горами, вот эту хуйню нужно пробежать. Поэтому мы куда-то вышли, это типа бункер, а бункер это заебись обычно. Вот. Поэтому мои страдания, думаю, стоили того. Надеюсь, что все нормально записалось. Если даже не нормально, то будет еще забавнее. Главное, чтобы кускиньки не обрезались. И так далее. Скоро еще вернемся. Поэтому всем спасибо, всем удачи. С вами был JS. До скорых встреч.